Давайте сделаем упражнение на концентрацию внимания. И все легко включатся. Значит, упражнение достаточно простое. Значит, надо сесть, спиночка, чтобы была прямая. Спиночка прямая. И посмотрели на окружающий мир безоценочно. Просто как фотоаппарат, как видеокамера, которой абсолютно все равно, что снимать, темно, светло, красиво, некрасиво. Вот снимает и все. Так и вы. Просто смотрите, не оценивая. Куда падает взгляд, туда и падает. Смотрим на окружающий мир безоценочно. А сейчас внимание свое направьте на ощущения на теле. И отслеживаем ощущения на теле с кончиков пальцев ног. То есть какая-то обувь надета, дальше пошли выше. У кого-то там носочки, у кого-то там, не знаю, колготки, джинсы и так далее. Поднимаемся как бы, поднимаемся по ногам, выше, по туловищу, спиночку, ощущения на теле. А взгляд в пространство, то есть просто безоценочно, одновременно. Поднимаемся до плечиков, руки, голову, волосы почувствовали. Полностью ощущения на теле. Так, зафиксировали. И сейчас мысленно подумали о том, что мы с вами вообще имеем клеточную природу. То есть мы с вами, по сути, состоим из огромного количества, миллионов клеточек. И теперь свою любовь отправили в каждую клеточку своего тела. В каждую клеточку. Полюбили свое тело. Себя полюбили. Замечательно. Хорошо. Так. Внимание немножечко собрали. Сейчас будем работать с векторами.